зачем пришел? Ройный Алексей Николаевич, 25-я бригада, воинская часть, 75-240. Да, блядь, чего тебе скажи? 242, 75-242, воинская часть, 25-я бригада. Зачем прибыл? С какой целью? Кто послал? Прибыли мы на учение. Радио, можно. Нас тут обманули маленько. Ну, так вот оказалось, что теперь я здесь. Зачем прибыли? С какой целью? Кто послал? Одна и та же цель. Кто послал? Даже часть изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы, и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди, все проявили наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Александр Анатольевич, 25-й бригада, та же часть, водитель, садились, сказали, учение, все там нормально, все, как бы, мы не знали, что...